Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, и сегодня хочу вам показать квартиру. Планировки 2 плюс 1, но она очень большая, просто шикарная, с огромным балконом, с видом на море. Продается квартира на 5-м этаже, но мы с вами будем снимать на 11-м этаже, так как она свободная. Давайте теперь перейдем в саму квартиру, осмотрим ее. Ну что ж, друзья, мы с вами вошли в квартиру. Хорошая прихожая зона здесь у нас имеется. Шкафы очень с красивым, хорошим дизайном до потолка, как положено. Видеодомофон, рубильники, все это у нас в прихожей зоне. По левую мою руку находится у нас салон, где зона отдыха совмещена с кухонной зоной, а направо уходят спальные комнаты. Ну что ж, приступим к осмотру. Зона отдыха у нас очень большая, просторная, непривычна для современных проектов. Здесь у нас порядка 22 квадратных метров имеется. Еще есть отдельно кухонная зона. Там порядка 6 квадратных метров, поэтому салон весь у нас порядка 28 квадратных метров будет. На южную сторону с прекрасным видом на море у нас находится балкон, который совмещает в себе все три комнаты. Очень длинный, большой, вы в этом убедитесь. Но сначала давайте осмотрим нашу кухню. Кухонный гарнитур у нас П-образной формы, имеется ниша для габаритного холодильника. А вот сет, духовой шкаф, вытяжка и варочная поверхность, он у нас входит в стоимость, если заметили, в зале он у нас стоит, вся техника имеется. Также, естественно, имеется ниша для установки посудомоечной машинки. Вот такой длинный большой балкон у нас имеется в этой квартире. Эта зона немножко пошире, здесь можно разместить столовую зону. И обратите внимание, за моей спиной вот эти вот шкафы, здесь у нас скрыт наш котел отопления, он у нас двухконтурный, уже все подключено, все готово, можно заехать и пользоваться сразу. Я думаю, что это очень приятное дополнение. Осмотрев наш салон, мы с вами вышли в коридор и сейчас передвигаемся на западную сторону, в спальные районы нашей квартиры. По коридору первая дверь, это у нас гостевой санузел, он у нас полностью укомплектован. Далее на южной стороне находится первая спальная комната, около 11,5-12 квадратных метров, очень большая. И на южную сторону у нас выход на наш балкон. За моей спиной находится родительская спальная комната. Давайте перейдем туда. Наша родительская спальная комната около 16 квадратных метров.
Как вы видите, также имеет выход на балкон с прекрасным видом на море. Здесь у нас комната. Это еще не все. У нас есть гардеробная зона. Там у нас шкафы с зеркальными дверцами. Есть свой санузел. Он также полностью укомплектован. Поэтому здесь можно жить и наслаждаться жизнью. Можно лежать в кровати и наблюдать за морем. Ну что ж, друзья, мы с вами осмотрели нашу квартиру. Я думаю, вы со мной согласитесь, что такого плана квартир сейчас очень сложно найти. Тем более, что котел у нас уже установлен. Качество комплекса вообще всего очень и очень высокое, очень достойное. Это именно то качество, которое ожидают люди, покупая элитное жилье. Сейчас хочу вам рассказать немножко о самом комплексе. Он имеет у нас полную инфраструктуру, взрослые и детские бассейны, беседки, мангальная зона, парковка, естественно, генератор, спортивная зона, детская площадка. Все у нас в этом комплексе имеется. И еще один плюс к этому. У нас абсолютно вот рядышком море, порядка 400 метров. Остановка общественного транспорта только выйти. Мигрос находится в здании в этом, на цокольном этаже. Тоже нужно только выйти из комплекса. Поэтому тут очевидных плюсов очень и очень много. Те люди, которые хотят приобрести достойное жилье в Турции, могут обратить свое внимание именно на этот проект. Ну что ж, друзья, техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь. Жду ваших отзывов, комментариев. Пишите, звоните, подписывайтесь. До свидания и до новых встреч!